Всем привет, дорогие друзья! С вами команда Detol, и мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя Легенды. Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал, нажми на колокольчик и будь первым! Ребята, всем привет! Срочно поставьте лайк и досмотрите это видео до конца, потому что в этом видосике будет именно ваш состав. Играем за составы наших подписчиков. И, конечно же, мы играем на нашем топовом аккаунте 100 уровня с полной прокачанной подпиской Додзе, а также на этом аккаунте есть все персонажи, они полностью прокачаны, все 100 уровня и все платиновые. Да, ребята, кто хочет себе такой же аккаунт, такой же мощный, прокачанный, с кучей баксов, мутагена, конечно, подпиской Додзе, пишите нашему подписчику, ссылка на него есть в описании к этому видео, а обязательно говорите, что вы от команды Detol и получите бонус, количество бонусов ограничено, так что спешите ему написать и наслаждайтесь игрой, так же, как команда Detol, ссылка в описании. А мы погнали в турнирную арену Лигу Мастеров, команда Detol, как всегда, на первом месте, и сейчас мы готовы взять первый состав от нашего подписчика. Так, а первый составчик у нас от Маргариты Соболевой. Все сделала, лайк поставила, поделилась видео, подписана, колокольчик поставила. Господи, замечательная девочка, спасибо тебе огромное. Мой молодец. Состав только без загадки, просто не придумала. Ну ничего страшного, никогда не было видео, пожалуйста, заметьте. Шикарно. Так, да. Сплинтер, Супершреддер и Кожеголовый. Вот это круть. Сплинтерочек есть, Супершреддер есть и Кожеголовый. Вот он, пожалуйста, и вот мы поехали в бой. Все, ребята, погнали. Вы не забывайте, чтобы попасть в видосик, нужно обязательно поделиться этим видео с своими друзьями в соцсетях. Конечно же, поставить лайк и написать 3 персонажа столбик в комментариях, ребята. Ну а лучше 3 загадочки, мы будем их разгадывать уже в следующем видео. Так, смотри, у нас здесь есть Лео из мультика. И давай с него начинать. Все черно-белое у нас сегодня. Да, все черно-белое, но я тебе скажу, как-то чуть-чуть покрупнее стали персонажи немножечко. Так, я как-то получше их вижу. Плюнула прям в нашего Кожеголового, но промахнулся. Да, ребята, есть такое, но у всех уклонение появилось, это Карайпа с пассивочкой своей. Давай будем пробовать обычной атакой Лео атаковать. Отлично, атака в минус, и Кожеголовый добивает. Добьет. Круто. Отлично, все, так, еще один Лео классический. Решил атаковать Сенсей, но получил в ответку. Да, получает Сенсей, бьет Сенсей и получает контратаку на 4000. Это было мощно, ребята. Дони, о, промахивается. Сенсея, но они, конечно, кадры. Да, так, зачем так делать? Шеттер, давай Донателло, да, добивать? Ну, давай, попробуем, да, обычной атакой добьем, не добьем, а то уклонение, смотри, мало ли, промахнемся. 3400, и Карай теперь использует свою мощную атаку против Сенсея, опять же. Да, против Сенсея постоянно использует атаку и получает в ответ. Что они делают вообще? Напрашивается просто на верную смерть. Так, отлично, теперь Лео атакует и контратак тоже, опять. Тоже Сенсей атакует, я надеюсь, Сенсей тоже атакует Сенсея, чтобы получить хорошую взбучку. Так, ну что же, Шреддер, души, ну да, по Лео давай атаковать. Давай по Лео, да, он, конечно, подлечится немножко. Может добьем, не добиваем, чуть-чуть не хватает там мощи. Так, Карай кидает нас. Карай и Сенсей, как всегда, контратакует. Да, постепенно урон не берет Сенсей. Я думаю, что надо Карай добивать, а... или Лео добьем. Не знаю, ну, давай. Можно и Лео, и Карай добивать, без разницы на самом деле. Да, отлично, кого угодно. Минус Лео и минус Карай сразу же. Ой, зачем он это сделал опять? Зачем он бьет своего брата, друга? И вот так вот получает в ответ, ребята. Шикарный состав, отличная победа. Просто никого не потеряли, круто. И мы движемся дальше. Да, и кто у нас следующий счастливчик, чей составчик мы возьмем? Так, а это у нас составчик Анны Федоровой. Аня, привет тебе большое, сердечко и лайк. Так, у нас состав загадочка, Аня все сделала. Мегалодон у нас есть, мегалодончика мы любим, да. Так, да, сейчас возьмем. Крутой персонаж. Сейчас мы его возьмем, вот он, здоровый. Носорог, да, в телефоне. Носорог в телефоне. Носорог в телефоне. И синий космос, синий космос у нас есть. Так, подожди, а носорог в телефоне, это кто такой у нас? Носорог это в телефоне. Кстати, явно, но вопрос какой? В телефоне, почему в телефоне? Это вопрос. Это какая-то интересная загадка с подвохом, наверное, да? А там ответов нет у нас? В телефоне, носорог в телефоне. Носорог в телефоне, может быть, я даже не знаю, какой у нас в телефоне.
Ребят, напишите в комментах, а мы вот давай вот возьмем вот это вот. Да, поехали. И погнали в бой. Да, ребята, погнали. Чтобы попасть в видосик, не забывайте, нужно поделиться обязательно этим видео со своими друзьями в соцсетях, поставить лайк и написать три персонажа в столбик, а лучше три загадочки в комментариях. Конечно же, мы будем разгадывать их в следующее видео, потому что вы в него попадете. Так, смотри, здесь есть Бибоп, давай с него начнем, потому что он хиллер у нас и хорошую атаку от Лео. Да, да, давай, как бластером, да, бластером атакуем, отлично, вот так вот сходу сразу, вот так вот максимально на 3500, слабовато, конечно, но ничего страшного. Сейчас майки у нас танцор майки. Атаку просто повышает, и надо добивать все-таки Бибопа. Давай добивать. Где у нас супермощная атака? Третья. Ну давай кусанем его прям так, чтобы больше он к нам не вернулся. Сейчас 10 тысяч будет. Нет? Да, 8. Нормально, практически 10. Ну, Армагоша всегда у нас выдает наш Мегалодон здоровый, хорошую атаку. У него прям очень мощная. Так, ну что, Рокстит остается, и теперь копи-машина в нас летит. Это массовая атака. Не очень хорошо. Да, это хорошая массовая атака, а нам чем бы ответить и по кому? Защита, иммунитет, иммунитет. Давай так. Майки атаковать. Этот уйдет невидимость, наверное. Вот этого, да, Майки? Нет, понятное дело, справа, да? Вот по нему прям последнюю, да, мощную атаку. Давай последнюю, да, 200%, ребята, мощная атака от Рокстеди. Почему он телефонный, так я не понял, может быть фильмовский. Ну ладно, 11 тысяч, прям максимально, максимально не мощно. Не зря мы его взяли, прям очень хорошо отработал и... Ну, ну что, кролики? Знаю. Плохо по кроликам? Давай, потому что они посильнее обычная будут. Атака. Обычная атака, 4000 крит, ничего себе обычная, совсем необычная атака. Лео молодец. Согласен. 300. Даже Армагон слабее атаковал. Да, очень мощно. Массовая атака идет у нас от Майки. Криминального. Броня срабатывает у Армагона. И кролики. А, кроликов мы атакуем. Я думаю, что мы их победим сейчас. Вот так. Ну-ка, вот. Все. Чекаем, отлично. И теперь обычная атака у нас следит в Доне. Да, единственный у нас остался под защитой. А Майки, конечно же, ушел в невидимость и ядро в нас пускает. Ничего себе. А это вот Лео. Прилетело, и в Лео, да, попадает все-таки. Давай, Армагон. Хорош, постепенно урон, я думаю, добьет его. Очень мощно, ребята, очень мощно. Конечно, и постепенный добьет, но, к сожалению, атаковать мы не можем нашего второго невидимого друга. Мы им сейчас гранаток закинем. Ну-ка, смотрим, граната от Рокстеди летят в бой. И 2740. Постепенный, урон. Да, постепенный накинули. Ну, ему это уже не поможет, потому что у нас Мегалодончик так вот закусил. И мы полетели дальше, ребята. Победа. Погнали. Так, у нас следующий составщик от Тёмы Артёма. Вот такой у нас Тёма Артём. Тёма Артём, да, прикольно. Нормальный. Так, я все сделал. Поставил, лайк поставил, подписался, колокольчик есть. И у меня загадка. Заяц в шляпе. Ух ты, заяц в шляпе, это наш Усаги Дзимбо. Усаги, но в самом конце, а кто учитель еще? Учитель черепах. Ой, вот как раз нам пригодились заяц. Баксики. Заяц, спасибо нашему подписчику. Да, и любитель посердиться, это Рафи у нас, да? Я думаю, сердунчик, да, наш. Всегда у нас бомбит. Вот он. И вот он, контратаку. Два персонажа, которые контратакуют. Поэтому победа нам обеспечена. Да, ребята, не забывайте, чтобы в видосик попасть, нужно поделиться этим видео, поставить лайк и написать три персонажа в столбик комментариях, а лучше загадочку нам придумайте, какую интересную мы обязательно ее разгадаем. Смотри, у нас двойная атака активировалась, и можно Леонардо прям, прям по полной заменить. Да, я думаю, мы его сейчас добьем. Вообще вот так вот, раз, два, вообще красота. И... Сенсей, да, своим пальцем его точно поставит на место. Одна атака, ребята, всего лишь. Летит у нас Вантус. И здесь прилетает контратака. Конечно же, две контратаки. Потому что у нас, да, Рафи есть. Давай обычно его добьем. Ой, не добиваем. Слушай, атака понижена, поэтому не добили. Я думал, мы сейчас его бам и добьем. Смотри, атаковал нашего Усаги. И массовая атака. Смотри, сейчас две контратаки. Вот это зря. Вот это зря. Но пониженная атака, жалко. Мы бы очень хорошо бы сейчас вынесли. Ой, Усаги сколько хелсов отняли. Что творится вообще? Так, двойная очень атака. Так, раз. Добиваем Майки. И теперь двойная атака против Дони. Да, наверное, все-таки нужно его, да, добивать. Да, но на пониженной атаке жалко. Мы сейчас по 2000 ему выбили. Теряем. О, давай повысим ее, а? Давай повысим, конечно, почему нет? Так, кто у нас же вот понизили, это... А теперь, да, да, вот это все, ясный атаки. Раф, как здесь. Да, Рафи, давай, газуй, сейчас как дадим им жару. Вот так вот. Так вот, мы можем Усаги потерять. Ну-ка, так, ну о, что у нас, массовая? Массовая используется. Ой-ой-ой, вот это ты попал.
Вот это ты, друг, попал. И два. Жнать на повышенные атаки-то. Да, Dream Team. Вот так вот атака повышенная и сразу максималочку выбивают, ребята. Ну что, двойную атаку на повышенной. И все. Да, 3, 5, ай, ты, чуть-чуть и, осталось. С семерком. Ты теперь давай ставишь точку в этой битве. Вот так вот ногами, ребята, по-красивенькому и победа. Спасибо огромное за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь и делитесь этим видео со своими друзьями в соцсетях. С вами была команда Детол. До новых встреч, новых видео. Пока. Пока.